Привет всем! Сегодня будем смотреть дом 105 квадратов, 3 сотки земли. Стоимость скажу в конце ролика. С вами Алексей, агентство недвижимости «Жилищный фонд». Ну что, погнали смотреть! Итак, это у нас вход. Ну давайте территорию посмотрим. Там у нас низ, вон там, видите, чуть-чуть водичка есть. Здесь у нас мостик новый, сделанный, передан городу. Отличная территория, соседи спокойные, и здесь новый свежий дом. Ну что, давайте заглянем внутрь. Получается 3 сотки земли. Застройщик очень качественный и опытный, строит дома давно. Мы с ним работаем уже тоже давно. Вот такая вот у нас получается территория. Вот, ну и с той стороны выйдем, тоже покажу. Вот у нас такой второй этаж. Давайте зайдем в дом. Вот тот дом будет следующий. Вот этот покажу обязательно. Так. Открываем. И заходим. Дом в предчистовой отделке. Тут, конечно, будет плитка лежать. Давайте включим свет. Слева у нас санузел. Здесь уже все выходы подготовлены, все электричество заведено. Потолок у нас залит. Так, давайте дверь закроем. А то в доме уже включено отопление, здесь тепло. Это у нас комната, спальня получается. Это подсвет, там розетка. Здесь еще одна розетка. Здесь у нас лестница. Здесь сделан пролет на второй этаж. Я сегодня рискну и попробую подняться. Котел уже висит, включен, то есть в доме уже отопление работает, все отлично. Тоже обратите внимание, все выходы электрические, инженерная разводка, все сделано, подготовлено. Плиты перекрытия и терраса. Вот, то есть этот дом можно уже сейчас купить и доделывать его как вы хотите. То есть поклеить те обои, которые вам понравятся, или покрасить, или еще что-то сделать. Вот терраса получается такая. Вот отсюда мы вышли. Это получается кухня-гостиная. Вот, тот дом тоже покажу, это будет в следующем видео. Вот, там уже сделана плитка и все остальное, можно будет посмотреть. Вот там вход в дом. Что, давайте зайдем обратно. Закрываем за собой обязательно все. Ну что, рискнем и залезем на второй этаж. Лестница, конечно, здесь крепкая. Поднимаемся. Оп. Вот такой получается второй этаж. Вот зато вы можете посмотреть
как он сделан. Вот, и здесь, получается, можно две комнатки еще сделать. Ну, или одну длинную. В общем, кому что надо и кому что понравится. Вот, есть три окошка. Ну, пойдем вниз. Так, аккуратненько спускаемся. Вот, в принципе, получается, у нас там сверху одна или две комнаты. Здесь одна спальня и кухня. Кухня-гостиная. Вот это у нас кухня-гостиная. Здесь будет лестница. Да, то есть здесь у нас пространство под лестницу. Сейчас мы находимся в коридоре. Здесь у нас санузел. Вот, и здесь у нас спальня. Вот, то есть получается, давайте еще раз повторим. У нас получается 3 сотки земли, дом 105 квадратов и цена данного дома 10 миллионов. Зато вы можете здесь делать то, что вы хотите. Тот ремонт, который вы хотите, а не переплачивать за чужую мечту. Вот. И еще у данного застройщика есть очень много домов, которые на разных этапах строительства. То есть вы можете дом купить прямо на фундаменте, и он обойдется вам кратно дешевле. Плюс ко всему вы можете во время строительства выбирать, например, поменять цвет окон или цвет кирпича, или еще что-то. То есть то, что вы хотите, можно будет исправить под ваши желания, под ваши хотелки. То есть этот застройщик даже идет на такие уступки для своих клиентов. Ну, а с вами был агент по недвижимости Алексей, агентство недвижимости «Жилищный фонд». Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать наше следующее видео. Всем спасибо, всем пока!